Ну, где поезд? Вот он. Венчика на карте. Еще накормить пингвина и найти трех. Так, что-то я не нахожу венчика. Посмотри, видишь, не накормленный у нас пингвинчика. Вот этот, что ли? Да нет. Крайний остался. Крайний остался у нас. Пострадавший. О! Нашел. Теперь можно и пострадавшего спасать. Вот так. И миссия будет выполнена. Завершить миссию. Так. А тут еще этих миссий. Я что уже прошу один раз. Теперь же на записи идет. Идет охота на волков. Так, Брайан, надеюсь, у тебя хорошие новости. Расследование идет полным ходом. Мы даже привлекли старого шерифа. Он много лет прожил в этом городе и знает все о каждом жителе.
Весь город уже знает о наших поисках, но инциденты продолжаются. Сегодня ночью кто-то размотал пожарные рукава и утащил пакет с овощами из буфета в клинике. Продолжайте искать, а мы займемся расширением нашей базы. У нас по плану постройка причала. Скоро начнется пляжный сезон. Нам не помешает создать свою водолазно-спасательную службу. Да. Давайте посмотрим. Морская навигация. Так, сейчас. Причал построить, лодочную станцию. Так лодочную станцию как раз где-то ж на берегу, капитан, очевидность. О, точно. Тут лодочная станция. Ну и, соответственно, пообучать надо. Ты уже встречался с нашим аквалангистом, а? Видел его утром, ныряющим у причала? Здравствуй, Фред. Как тебе новое место работы? Сегодня изучил рельеф дна. Больших перепадов глубины не обнаружено. Вода очень чистая и прозрачная. Место вполне безопасно для купания жителей. Вот так, да? Да. Давайте посмотрим. Больше тут никого обучать не надо. Нет. А из техники что? Катер, конечно. Надо купить обязательно. Так, экстренный вызов. Ну, это типа экзамен. Авиакатастрофа над городом. Ущерб значительный. Так, в результате вспыхнула ты. Команда по выбору. Ну, давай. Значит, спасателей нужно. Ладно, пусть будет. Губительный цунами. А тут что, чего-то не хватает? Не хватает кинола. Так, кинолог.
Вот он. Ничего не понимаю. Вроде ж все обучены. Ну. О, теперь уже кинолог появился. Ну что ж. Уперед. Получим сейчас вводные и приступим к спасательным и неотложно восстановительным аварийным работам. СНАВР. Женя, цунами смыло практически все здания. Мы видим только горы обломков и сорванные крыши. Практически все побережье затоплено. К счастью, большая часть жителей успела эвакуироваться, но мы получили несколько сообщений о пострадавших. В воде также могут находиться люди. Мы тщательно исследуем территорию. Обычно такие волны приносят много мусора и рыболовных сетей. Могли пострадать дельфины, обитающие в местных водах. Животных мы тоже не оставим в беде. Путь заблокирован. Это вот сюда. Так, и чё ж мне построить тут, а? Ну, вот здесь электростанция. Ну, и соответственно. Бургерную. И сразу ее улучшить. Банк, лесопилка.
может быть, не банк ли сопилка, а построить лесопилку и черт. Лесопилку и заправку. И заправку улучшить. И вот тут, пожалуй, построить завод. Завод. И сразу же его так, значит, баксы я буду тут получать, да? Хорошо. Это пока банк не построил. А построю банк. Так, да, чтобы закупиться, мне ж надо нужно баксы. Thank you.
веселье. Кошака снимем. А тут черепашки появились. Так, построим зооцентр и тут же окажем помощь вот этой панде. Черт, когда там баксы подвезут? Закажем. Еще закажем. Путь заблокирован. Его что, с этой стороны спасать надо. А отсюда ж вроде ближе. Так, сорванная крыша, но здесь не хватает консервов. Консервы у нас где-то тут. Вот они. Значит, идем туда. Так, срочно надо банк.
$5 по нулям. И, возможно, даже лучше сразу. Так, еще один банк построен. Думаю, что еще один завод построен. Третий банк я уже строить не буду. Третий банк просто. Я не знаю. Может, лучше бургерную. И лучше сразу, да? Так, ладно. Пойду-ка я строить. Базу медиков.
Она для где-то здесь. Точно, база медиков. Короче, на полуострове расположена. Вызывал. Да. Ну что ж, база медиков построена. Значит, можно приступать. Спасение.
Да, там собак еще спасти надо одну. Это в последнюю очередь. Еще одного пострадавшего или пострадавшую. Да. Так, что-то тут у меня я что-то не совсем. Ну ладно, пойдем дальше. Сейчас, может, что-нибудь новое расширим, улучшим, а кого-то обучим. Внимание, экстренный вызов. Поступило сообщение о крушении вертолета. Пока подробной информации нет, но в регионе пожароопасная обстановка. Объявлен режим повышенной готовности. Нельзя допустить возгорания лесных массивов. В таком случае нашим пожарным требуется подкрепление. Так, ну-ка, лесные пожары. Точно. Пожарный ликвидатор. Получить еще одного аквалангиста. Еще одного инженера. Теперь инженерный отдел. Так, что-то я тут пока не вижу.
Ладно, 90% это, пожалуй, пойдет. Погнали на место крушения. Выясним, что там делается. Давайте, давайте. Игра, конечно, емкая, поэтому загружается относительно медленно. Судя по данным аварийных маячков, вертолет упал на северо-западе от вас. Северо-запад – это вот тут, да? Ну да. Мы чувствуем запах дыма. Похоже, загорелось разлившееся топливо. Вам стоит поспешить. Люди еще могут находиться внутри вертолета. При падении также могли пострадать жилые здания. Последние недели стояла сильная засуха. Если загорится лес, пожар будет сложно остановить. Тогда за дело.